Здравствуйте, друзья! С вами Татьяна, и я рада всем, кто заглянул на мой канал. Я хочу показать вам набор спиц, который купила в конце 80-х, начало 90-х. Тогда уже, когда пошли кооперативы. Потому что здесь написано на коробочке «Цена договорная». Назывались они «Золотое руно. Набор для вязания». И вот так открывались. Вот, как замочки, вот так раз и открывались. Сделано из пластика. И вот так вот эти штучки вставлялись, и здесь спицы лежали. Были еще и крючки. Ну, а сейчас будем смотреть, какие спицы у меня сохранились. Кому интересно, вспомнить молодость. Как вязали мы, какими спицами. Вот это вот раздельные 2,5, вот на них написано, не знаю, видно, нет, и вот такие погнутые уже всего какие. Вот это номер 3, осталась одна спица, не знаю, куда делась вторая, я ими давно не пользуюсь. Сейчас очень хорошие спицы пошли в продаже, я вяжу теми, а это у меня завалялся. Но выкинуть жалко, пусть лежат, как раритет. Вот 3 набора чулочно-носочных. И хочу сказать, очень тяжелые. Вот эту троечку эту, да, я специально взвесила. Весит вместе с резиночкой 56 граммов. И вот сейчас замерим. Вот троечка, видите. А 3,25 уже хорошо проходит. Дальше идут вот раздельные спицы. Это тоже троечка. Вот. Нержавейка, кстати. Спицы из нержавейки. А вот эти я уже забыла, как называются. Они трубчатые такие вот идут. Здесь были затычечки, закрывашечки, потерялись. Вот даже видно, что красненькие эти кончики. И это вот легко, когда вяжешь большую что-нибудь. И не держишь уже, как вот на тех вот, например. Вот такие спицы. Сейчас. Ну ладно, потом завяжу, а то время не буду терять. Дальше. Вот затычечки. Вот на этих сохранились затычки. Видите, вот какие. Они вытаскиваются и закрываются. Вот. Тоже раздельное вязание, тоненькие, наверное, двоечка. Еще раздельные, почему-то у меня больше сохранилось раздельных. Вот здесь тоже затычки потеряны, но вот такие вот спицы. А это уже пошли круговые, но на них потеряно это. Что у них тут, вот этот вот шнурок или трубчатый такой вот. Это не для них, потому что этот вот очень толстый, это не подходит, они выпадают. Вот, вот так мы делали, вот. Видите, вот, свободно. А надо, чтобы плотно держалось. Это для других спиц. Вот они вот, плотные, вот. Не выдергивается. Это надо силу применить, чтобы выдернуть. Вот такие вот круговые спицы. Очень тоненькие, поэтому сохранились. И еще хочу показать вам спицы. Это вот начало 80-х. Где-то я 83-й, 84-й. Их много таких спиц покупала. Вот на такой вот леске. И они тоже, когда вот передвигать вязание очень сложно и рвались. Так мы нагревали, поджигали и вот так вот держали, пока не... На какое-то время хватало. Вот такие спицы были. Сейчас-то всего полного тогда. Вот. В основном вот такими вот в советское время я вязала до кооперативов. И раздельные были. Раздельные были вот тоже, продавались вот наподобие таких вот. Были у меня тоже. Ну, думаю, может, кому интересно, вспомнить молодость.
Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами была Татьяна. Всем пока, до новых встреч!